Живешь на 1148 этаже строения Г-539. Самосбор практически уничтожил ваш дом. Все этажи, вплоть до 1146, залиты бетоном. 1147 давно превратился в мясорубку. Немногие оставшиеся в живых ликвидаторы пытаются отвоевать этаж для людей. Цикл все короче. Живых ликвидаторов все меньше. Настроение людей мрачнее. Единственный путь наверх – наглухо заваренный люк на крышу мега-хрущевки, круглосуточно охраняемый элитными ликвидаторами. И вот однажды с этажа 1147 никто не возвращается. Вооружившись чем попало, простой народ линчует управдома и элитных ликвидаторов, скрывает люк на крышу. В числе первых ты оказываешься в абсолютной тьме неизведанного. Свет дедушкиного фонарика выхватывает из мрака густо заросшие черной плесенью бетонные стены. Под ногами хлюпает. Запах сырого мяса невыносим. На одной из стен под слоем плесени угадываются цифры 1148. При помощи окровавленного ломика соскабливаешь плесень, чтобы увидеть номер строения. Г-539. По твоим щекам текут черные слезы.